Ну все, давайте начнем. Значит, Ирина, первый вопрос у нас будут с интернета. Угу. Вот. Самое большее количество очков, скажем так, набрал вопрос, значит, следующий. Везде сказано, что любой посыл энергии кому-либо возвращается хозяину, и возврат негативной энергии – это накопление отрицательной кармы. Скажите, как нам вырабатывать деструктив, зная, что придется за это расплачиваться? Кожа курбота масса тамаша кирима страфада. Немного неправильное понимание системы создания планеты, тоже кожа курбота масса тамазакана. Кармические ходы – это те сегменты, которые мы работаем на базе, какие-то же курбота моды вашей душой, как система модуля. А либо же курбота мады, проходя разные реинкарнационные системы разных полей, тоже кожа курбота мосра понера, фаса пата, а система негативной энергии собрана в системе базе, хиты же курбота мосра хона. Это система, которая накоплена в системе земного поля. А либо же курбота мады, это абсолютно разные сегменты, тоже курбота, паса харабатра, панах, тоже вот это паса пита. Поэтому эти программы нельзя взаимодействие вести, тоже курбота хана, это абсолютно разные резервные программы. Кожа курбота мида, намасара мида, харабасов, тоже работа. Карма, она всегда отрабатывается, она из поля, даже курбота месихины. Согласно событиям записываются материалы, либо же карабасахана, вы проходите программу, уже кожа курбота пода, дабаса пира, пасахана. Эти программы являются носителями вашей жизни. Кожа курбота мада, дамасрахана, вам собирают события для того, чтобы вы были мембраны, даже курбота, вырабатывали систему эмоций, энергию, даже курбота паса, харабата, отрабатывают таким образом кармические ходы. Каким образом можно улучшить свое финансовое состояние путем активации первой чакры, если кармический объем денег не изменен? Вот, держи кожу курбота, мида, мачо, маса, харабата. Здесь энергоресурс системы базы зависит от того, насколько объем вам позволителен. Нужен курбота, живота, азакана. Каждой душе дается определенный объем системы энергии, а лишь кожу курбота, масахана. Система потоков распределяется на определение системы программы. Держи курбота, хода, это либо это деньги, либо здоровье, либо зарплата, либо все, что вас окружает. А лишь кожу курбота, масахана. Если вы начинаете активизировать систему той или иной сизи, даже живота, пасрахана, ваших полей, особенно первую чакру, а лишь кожу курбота, маса, харабата, у вас начинают работать активно земные программы, даже курбота, мида. То есть тот объем, который находится в носителе, даже патахана распределяется на систему программ. А лишь кожа курбота, мида, маса, харабата, тоже работа мада. Точно так же работают деньги. То есть курбота, масахана, выше объем, выше энергия денег, тоже курбота, пасахана, это все работа ваша. А лишь курбота, маса, храмить репина, харабата, работа, то супот. Единственное, что система временного поля будет работать иначе в плане того, что тоже курбота, маса, харабата. То есть вы можете выработать объем ранее денежного носителя, нежели система других ходов, и тоже курбота, хона, временного хода. А либо супот, маса, харабата, работа, тоже работа. Но система объема будет выработана та, которая дана программным носителям. Алимаса тоже работа, но вы можете базах, она объемом руководить, все зависит от вашей вибрации. Если все мыслеформы запланированы, то получается, что все практики по визуализации и материализации событий априори бессмысленны, поскольку и так все случится. А лишь кожу курбота, месерима, тропаса, хана. Что такое мыслеформа? Это та система, дежибат, карабата, которая работает в системе обихода, жукурбота, мозг, работа для того, чтобы активизировать ход, жукурбота, масахира, масарабаса, рот, это мозг, модуль, пасармана. То есть система мыслеформы приходит от высшая программа, которую вы активизируете, ход, жукурбота, ход, и согласно этому полю начинаете созидать поля. Или же матахармаса, работа. То есть это программный ход, это мозг, пасахана, вы вырабатываете согласно мыслеформе, которая приходит ваша высшая, это жукурбота, мата, и высшая подаем их сигналы. Почему продолжают болеть и умирать новые, в кавычках, дети от болезней, от которых положено ставить прививки? Если, по вашим словам, детей, поступивших в системе новых полей, эти вирусы не коснутся? У них же кожа будет масса-бата. Здесь нужно индивидуально рассматривать случай активизации, тоже курбота, хромазомиды, сапатромады, курбота, миды, либо асрапата. Почему приходят дети с новыми программами, хиномасрапата, харабата, тоже курбота, мисерепидра, пасрапанахбата? И они не касаются абсолютно старых внедренных ресурсов, особенно по хоре, тоже курбота, миды. Поэтому нет необходимости заводить активы химических составов и травить организмы. Лишь кожа курбота, мида, масака, маса, кожа курбота, мада. Здесь нужно индивидуально рассматривать, почему дети уходят, кожа курбота, мида. Либо событие сложено для души, думасрапата, душа познала энергию и ушла тут же. Лишь курбота, масакана, либо особенно система в виде фантома для родителей, для того, чтобы выработать определенную эмоциональную программу. Уже кожа курбота, мада, поэтому индивидуальный случай. Расскажите поподробнее, как правильно использовать личную мандалу, просчитать по дате рождения, прорисовать, а дальше, мол, что делать? Один тут тоже курбота масахана. Здесь очень важно подключиться к эгрегору носителю, уже курбота масахана. В первую очередь необходимо тоже курбота масахрабата, прорисовать систему дат рождения, ввести коды, либо сарабата храбата, кодами является дата рождения, а лишь уже курбота масахана, эти коды внедрить в систему поля, даже масахана подключиться к эгрегору этого носителя, уже курбота масахана, и после этого только прорабатывать, как только эгрегор заработает в активе, лишь
еще круглый мада, все поля, которые тоже будут являться кармическими либо наработанными в поле. И к этому же вопросу, если медитировать, то как? А цель какая? Улучшить основные сферы жизни, то есть финансы, здоровье и личная жизнь. А где же куработа мада? Какую цель закладываете? Какие же куработа мада, рамада, херебитра, масакана, мысли, формы закладывают в систему материала? Вы эти носители, хоть же куработа масакона, начинаете медитировать, выходить в высокие поля, эту куработа работа, выводить систему сигнала в высокую вибрацию, либо же куработа харабата куработа получать материал через эти ходы. Он демонстрирует, что куработа масакона запрос должен быть через мысли, формы, через активизацию, куработа и концентрацию внимания. На одном из ченнелингов вы подтвердили, что чем больше тратишь денег, тем больше приходит. А если объем денег у человека один на всю жизнь, то получается, что они приходят из этого объема и таким образом вскоре закончатся? Лишь больше курбота масакарабата. Здесь немного не так работает система энергетики, потому что курбота масакарабата хана. У многих есть инструменты у курбота отработки кармического хода курбота масакарабата, связанные с денежными энергиями. Потому что курбота масакарабата. И когда система лишь курбота работает по выходу либо входу, то может курбота масакарабата здесь действительно заполняется сегмент актива поля, пашрабасахан, эти ресурсы баланса отходят от руку работы с поля как системы данности. А лишь у руку работы, а те отработки, которые остаются, уже курбота масахина, они выплачиваются ресурсом актива именно общего объема, даже курбота масахарабата рабаса мидахана. Поэтому работа заключается в системе отработки кармической связи, хиту же курбота месихина, насколько система активизации полей, либо шрабасахана заложена в программе, же курбосахана, насколько выражена отработка, либо сахарабатахан, несмотря на объем системы ресурса. Будет ли в четвертой плотности возможность получить информацию об умерших родных и близких, где они сейчас и когда мы с ними свидимся? Вот же наш модуль массы гримачер басрапат. Вы можете заложить программный модуль, вот уже курбота мисрибида для того, чтобы активизировать систему. Римаса на машина паса харапата, где уже курбота мида. Через рад инструменты носители, сейчас их масса, можете получить информацию о том, где басрапата, где расположено поле, либо сраханов, в каких смирительных формах, и даже бата работает, когда поднимется реинкарнационные сегменты поля актива до басрапата в любые программы. Если активизация чакральной системы, нужно начинать с первой чакры. Скажите, как понять, когда можно переходить ко второй чакре? А лишь хуже курбота, масса, ближе пробаса, рапана, храбата. Каждый из вас должен понимать то, что диду год умиды, машина масса харбаса рапона, это же курбота, что вы носители системы земного поля, и поэтому первое поле это самое важное для вас. Это же курбота масса, насколько оно ресурсное, будет зависеть система поля, это ваша рапата, вашей жизненной позиции, и вашего поля данных, это же курбота рабоса года. Это самое основное поле, которое это баса рапаса, она является активом полей ваших данных, вашей жизни. Лишь хуже курбота масса, поэтому система ресурсов первого актива, это самая важная система дуже года мада, вашего энергетического модуля, хуже курбота масса мидахана, поэтому нужно начинать с ее, дуже курбота мида. Так как Земля является основным источником актива, даже курбота масахона, поэтому закачиваем Землю, активизируем поле Земли и дебашрапата, после этого продолжаем активизировать все поля. Курбота масахана постепенно. Высшие сущности называют нас людьми, наблюдателями и датчиками. Кем мы будем и как мы будем называться, перейдя в четвертую, пятую и так далее по двенадцатую плотность? А дуже курбота масахимяна. Каждый из морительных форм вы энергии, дуже курбота работы масрапата. Просто по-разному называетесь. Лишь дуже курбота мида, масрапата хорбота, масрапата шрапата, рапасарапата, рапата. То, что вы являетесь энергоресурсом, программа для нас, дуже работа мада, это везде используется как система данности. Лишь курбота масахарапата. Иначе дубашухира, басахана, иначе мы еще называем инструментами вас актива, дужкурвота, сербата. Но система поля одно, дужкурвота, масахурвота, масахановой энергии, и вы являетесь этим басработа частью абсолютно, абсолютно, это же пасахрабата и ваше поле, дужкурвота, это наше поле, масахапасахана, это тоже энергия, дужкурвота, месрепита, и все энергоноситель, это наша актива. Большой вопрос. Что есть иллюзия? Пространство, которое нас окружает, фундаментальные ряды, исторические события и факты, которые на самом деле не происходили. Это все иллюзия? Вы же говорили, что все есть иллюзия. Тогда и вы тоже иллюзия. И ченнелинг это тоже иллюзия. Лишь курбота мисримина, это тоже курбота масахира мажипанахана. На самом деле, все, что находится в вашем сознании, это программа работающая вашего обихода, же курбота масахона. То, что вы наблюдаете сейчас в вашем обиходе времени, курбота масахарабата, рапата вашей жизни, это все иллюзия. Лишь курбота, ваша программа работает так, что вам создают систему иллюзорного состояния, хиджи курбота масахана. Эти иллюзорные состояния являются же курбота мида масахарабата. Картинка некая для того, чтобы вам создать материал, же курбота мидахана, и архитекторы работают в этих данных. Или мы с же курбота
работами с хин. То, что подаем Ирину инструментом Дамасрапада, это для вашего сознания, для роста, для выработки энергии, лишь уже курботама, для того, чтобы ваше сознание было утрубозухона более могучим и активным в росте, даже курботама, сахарапада, тапада. И даем такие инструменты, уже курбозухона, различные практики, модули, даже курботама, сахарапада, рапана. А то, что касается иллюзий, даже курботама, сахарапада, это ваша жизнь, даже курботамида, мы планируем события, согласно этим событиям вы вырабатываете энергию, лишь уже курботама, это дабасрапада. Это энергоресурс, есть ваша жизнь, уже курботахана. Те картинки, которые собираются, это дабасрапада, это работа архитектора, которая дана вам. Лишь же масса мата, хромата, хана. Ну, это все программное обеспечение, которое работает в ваших же программах. Вот уже курбота мазрапата, вы лишь являетесь наблюдателем внутри себя, это же курбота хана, проходите эти ресурсы. Еще один вопрос. Вы сказали, что мат снижает вибрации, а сама выработка деструктива разве не снижает вибрации? И ведь не всегда получается его выработать без мата. Каждое слово имеет значимость и суть, вот уже курбота мазракана. Мат – это деструктивная система, которая должна материалом без работы мата при выработке системы деструктивной эмоциональной программы. Лишь уже курбота мазракана. Вы же не можете мат сказать ласково, только заботой, при этом испытывать любовь. Это же курбота мазрапата и маша курбосрапона, поэтому в мате заложено на активы, даже курбу сархана, дебаты, там буквенные сегменты, которые несут энергоноситель в базе, лишь кожа курбута масархана является деструктивным ходом для выработки материала и является основой. Лишь кожа курбута мада, поэтому меньше используйте эти ревербаты, речитативы. Практика ребёфинг, насколько работающая? Даже бота масхирия масхурбота хана. Да, это инструмент работающий, но тут нужно индивидуально подбирать программы. А лишь же курбота масахабасарабата харабата туот. Открывает сознание, дает энергоноситель поле, лишь курбота сарабона харамасарабана. И является для многих соседанием активных полей. Лишь же курбота мадработающий поле. Карлос Кастенеда, какой процент истины, какое поле, существовал ли Дон Хуан, или это собирательный образ? Это тоже больше иллюзорное состояние программ, работает в вашем сознании, идут же работы Мисерепина, Рабазарпаты, так же как исторические факты, которые даются для системы познания, идут бозрапоты для того, чтобы выработать эмоции, а лишь же курбота Москва, Басака. Но это все программные модули, которые даются в основе для того, чтобы создать эти поля, активизировать ваши мембраны, а лишь же курбота Мазрапаты. Это опять же иллюзия. Да, утон скорму отдыхаем, все программы работающие. Многие эзотерики, астрологи и прочие предупреждают, что 2017 год переломный, год перемен для всего нашего мира, и крайне важно людям развиваться и быть готовыми расстаться со старой жизнью. Вопрос, так ли это, и что будет с теми, кто призыву не внял? Ольга Кушко, Бодмаса, Машкарута, Жгурута, Рамаза Басаки, Давасрапада. Вы вообще попали во временной режим, когда у вас идет система переходного актива, даже Курбота Масахана, вы выходите в новый поля, в систему структурную, либо же Курбота Хана в более вибрационную, уже Курбота Масахана, и Дамаша Петра Посрапона. А то, что он переломный в плане того, что же Курбота Масахана очень много переходных душ, это же Курбота Масахана, Бода Басапина. Но больше активов нет, чтобы активизировать какие-то данные, Дамасрапада, Рапада и являться переломным годом текущего времени, Бажурбота Хана только в переходном активе ваших данных. В пограничном состоянии между сном и бодрствованием я слышу какие-то мысли и диалоги. Это точно не мои мысли. Я их не думаю и не знаю, что это. Мысли моих двойников? А лишь кожа курбота мата. Когда поступает мыслеформа, лишь кожа курбота масрапита в общей части актива, а лишь бата хромасрапата заложены параметры системы мыслеформ, которые подает вам высшее я. Лишь курбота масахана, прислушивайтесь к ним и будьте активны. Лишь курбота срахона, высшее я не направлено на систему хвори. А лишь кожа курбота мата масрабата хромасрапата. Поэтому мысли пакеты, которые аспектируются в вашем формате, уже работа мазрапата. Это лишь решение направленности, вот уже бота рмида, либо дает вам систему подсказок для того, чтобы быть активным, вот уже работа мада, это рабочая форма вашего шея. Что ждет Россию в ближайшие 3 года в плане экономического состояния? Тяжело, потому что добавиться на России больше, и досуха работы хуже курбота мада. Если говорить о России, то эта система будет мембрана, она будет активна, экономический сегмент будет расти, лишь хуже курбота масрахана, она выйдет на поля активизации, даже курбота мозг работы на масамина. И ресурсная программа достаточно активно дает рост, хуже курбота хана, не будет снижения, как ранее, и добавляться события по системе снижения уже прошли. Книга Антаровой «Две жизни». Что вы о ней можете рассказать? Вот это матра ваша, Анна Антарова, курбота хана «Две жизни». Оба же хирюта курбота BBB, дебаса бата харабата, база работы. Еще тоже курбота хармата мишри патра баса пана. 38% системы истинного материала по сознанию, хуже курбота масахана. Система канала дает руку уже работы, бата седьмая планетарная система ведет эти активы.
Какая цивилизация участвовала в создании фильма «Интерстеллар»? И какая цель этого фильма? Ваша работа. Один из заблудных зематропатов Рабашахана. Эта система будет уже по работе Мосхона еще выводиться неоднократно в поле в разных системах инструментов. Рабочая работа подаваться информация в поле уже кого-то отсыпает. Ресурсный сегмент другого Мосхона высоковибрационных модулей, которые даже Рабашахана будут являться участниками активизации ваших полей осознания. А есть ли у людей духовные имена? Если да, то зачем? А вижу кожу по работе мата. В земных программах интересует? Лишь кожу по работе масса гребечерни до Харабата. Очень часто подают высшее я, состояние имен, уже работу масохона. Но это те системы, которые душа проходила в системе реинкарнационных периодов, уже кожу по работе мода до масса гапатарпана. Поэтому, если вы создаете эти поля и вам дали такую информацию, уже кожу по работе мода, это имена системы либо реинкарнационных сегментов, либо системы души, уже работу масохона определил свои вибрации звука для того, чтобы быть в мембранной фоне. Следующий длинный вопрос. Когда появляется желание взглянуть на часы, чтобы узнать, который сейчас час, то практически всегда натыкаюсь на цифры или одинаковые цифры. Например, 23-23, 11-11 или в зеркальном отражении 15-51. Или так, 22-33. Вопрос. Слышала, что такое происходит и у других людей, и что это называется числа мастера. О чем реально это должно говорить человеку? Какая информация заложена в таких сочетаниях цифр? И как с этим нужно работать, и для чего это? А лишь курбу работы мастера мадера вашей пары, так? Людские параметры осознаны, лишь курбу работы мастера ханы, осознание существования вашего резерва, джибата карабата, карабатаха находится на полях информационных. Лишь курбу работы мадера мида, вам подаются информации разных источников, тоже курбу работы мида, в виде знаков, в виде активов, либо срабатывает, только не у всех срабатывает сознание для того, чтобы рассчитывать материал. Лишь по работе модерпаты. Когда человек наблюдает басахина, частый порядок цифр, тоже по работе мосахона, либо какие-либо значения фоник, басахана, постоянная форма созидания, лишь по работе модерна масрапаты. Эти системы даются для того, чтобы даже по работе мосахона обозначить систему временного фона масрапаты, либо система цифр играет какую-то значимую роль, уже по работе хона в познании, в информационном носителе, в открытии поля, даже по работе хана. Поэтому обращайте внимание на них, это же курботы масрапаты. Это самые энергоемкие системы, которые подаются в систему сознания для отработки материала, даже курботы масхоны. В том или ином виде в системе поля они у тахарбаса карабаса хана могут вывариться в системе параметров, это же курботы работы. Это ваши знаки, которые нужно рассчитывать, и масрапаты подаются для создания и рассчитки материала ваших данных. Что означают сны, в которых видишь умерших родственников, после которых особые ощущения? Означает ли это контакт с их душами? А лишь кожу бота. Контакта не может быть, информация работает только потому, что система душу бота хана разных ресурсных программ работает в полях данных. Душу курбота мастропота. Здесь может наблюдаться некие системы иллюзорного состояния вашей паты. Либо система двойника душу курбота хана прокачивает структурно вашей системы активизации полей, этой структуры душой, душу курбота мида во временном поле, в другом ресурсе времени, либо на полях системы актива. Лишь курбота масрапата, либо вы вырабатываете эти структурные сегменты через эти ресурсы уже по работе, что проходите во снах, это масрапасрапата. Это тоже поле, дается довольно-таки часто, даже курбота масакан для того, чтобы вырабатывать структурные поля. Для чего люди проходят опыт нетрадиционной сексуальной ориентации? Возможен ли переход таких людей в четвертую плотность? Лишь кожу по работе массы, джимитра, масса харабата, ходу же по работу моды на массе пида. Это души эксперименты, которые приходят познавать разные программы любви, даже по работе же басрабата, харабата работы. Потому как кроме измерительного фона вашего земного воплощения, басрабата, харабата, нет разделения полов, даже по работе моды хана. Нет такого разделения, как система женской и мужской энергии, даже по работе мидра масса хана, как в вашем поле воплощения данных. Лишь кожу по работе масрамадарпа. И когда идет нарушение некоторого басрапата-харабата, либо эксперимент уже курбота с работы, то есть душа воплощается не в физическое тело системы женского и эту курбота, либо мужского, согласно мембране энергии, душа работа масрахана, а наоборот. Лишь уже курбота мада. Но это либо эксперимент басрапата-хана, либо душа выбирает опыт познать этот материал, душа курбота масрахана, и познать более высокую любовь и душу курбота хана через ресурс системы рибосаха басрапата единых полов. А масса батарапата в четверке будет масса. Активно идем к этому. Что в первую очередь такие души переводятся, что они высоковибрационные. В чем разница в захоронении или в сжигании тела? Что лучше, в земле или в огне? А лишь по работе масрахана. Мы всегда рекомендуем по работе мады заземлять систему по работе харабата, ваших тел, физической оболочки,
лишь бы работали только потому, что думать о Зарабата, чтобы душа не болела воспоминаниями, хитрый Зарабата, энергетическое тело не тянуло в систему этих познаний. Лишь бы работа закона. Поэтому либо Зарабата, тело нужно заземлять, просто уходы не сеять по ветру. Можно ли не водить малышей в детские поликлиники вообще или только по необходимости? Он же работа массы же метра Мазракана. Но это же ваша иллюзия, собранная для чего-то, материалов-то восходит к работу моды. Если дали курчат, то же курбота Мазрабата. Это либо матери, это же работа, либо родителям. Эти ходы курбота Мазрабата, Мазракана, данная иллюзия для того, чтобы работать с определенным материалом, хуже курбота Мазрабата, либо для души, для прохождения опыта. Либо это Мазрабата, индивидуально рассматривать порядок надо. Же курбота он с работы Хансамана. А то, что система, созданная врачевание, хуже работа Мазрабата. Это старая программа, уже курбота Мазрабата. Вы все равно выходите на новый уровень, вот уже курбота Мина, и система врачевания уходит на задний план, там Мазрабата, так же, как химический состав, таблетки, это же боты паты, либо какие суспензии, лишь курбота Мазрабата. Вы выходите на более высоковибрационный сегмент исцеления своей базы, хуже работы маны, поэтому выходит Рапасакана на разные инструменты носители, хуже курбота Мина, для того, чтобы брать ваши хвори активы, либо это Мазрабата, это масла, инструменты маны, уже курбота фона, и масса инструментов все будет выпускаться для того, чтобы активизировать ваше поле. Приду курбота работа, а то, чтобы не болеть, и Мазрабата работает энергоструктурно, на своей базе, до вашей базы тогда не будет копиться хвори и комов энергетических сегментов. Мазрабат, ваши полей. Многомерная медицина, учение ЛГ Пучко, Москва. О самоисцелении путем составления вибрационных рядов на основании ответов, полученных от подсознания через маятник. Будет ли иметь развитие и насколько актуально в будущем? Он делает другого масса-мата. Это инструмент, работающий законы 4-3 поля данных на вашей коже работы. Развитие будет, но не до конца сознания еще понимает вашего человеческого фона, даже Мазрабата, как инструмент, работающий либо же законами брать земли. Даже курбота Мазрабана Харбат. Эта тема будет развиваться, осознаваться даже курбота мады. Рабочий инструмент и на долгое созидание времени. Будет ли безопасно ездить в Индию в 2017-2018 годах? Затронут ли ее природные катаклизмы? Вот же года Индия, ваша база, Бадрахара, воздух, уже курбота Мида. Индия точно не поплывет, либо Сарападахана, никаких катаклизм не будет, уже курбота Мусин, Дамаса Харабата. Она будет развиваться как структура, реже уже курбота Мизельмина, душ будет развивать активно, Дамаса Харабазахана, вот уже уже работы. Индия, как и Африка, эта система душ приходит туда для того, чтобы познать новое поле, Мажипата Мизельминых программ, реже уже курбота Масахана. В частном в фоне воплощаются души, души Гурбота Масахон, те, которые проходили сущности низких сегментов, это Масрахан или Ожипот, в виде животных, это же Гурбота Масахон, Ожипот, Масрахан. Поэтому воплощаются сначала в сложные поля, где Мажипор Ботахан проходит активный деструктив, это же Гурбота Мидра Масахан проходит активно деструктивную программу для того, чтобы адаптироваться в материале, это же Гурбота Масахон, Гурбота Масрапада. Поэтому Индию, это же Гурбота Мана будут ресурсно поднимать, и Масаха Запада, никаких очищений сегментов душ не предвидится, потому как души только начинают восстанавливаться через эти активные программы. Почему в России носят кольца на правой руке, на западе на левой? С чем это связано? Как правильно носить и нужно ли вообще носить кольца на пальцах? Вот даже курбота Мазрабата. Это все придумано людьми, даже курбота Мазрабата. Абсолютно нересурсная программа, лишь курбота Мада. Подана иллюзия для того, чтобы уже курбота иметь репиты. Есть определенный ритуал в системе активы, даже курбота Мазрабата. Но они несут ни энергетических сегментов, ни активизации полей, даже курбота Мазрабата. Это лишь иллюзорное состояние. Наши домашние животные, какая связь? Они нас понимают? Могли ли мы в прошлых жизнях быть животными? О, Димата, да, конечно, это же курбота Мазрабата. Каждый из вас проходил с параметры, а лишь уже курбота Мазрабата. Для того, чтобы душа попала в человеческий резерв, тоже курбота Мазрабата. Она должна пройти все два стадии для того, чтобы создать материал, систему даже работы моды своего энергополя, а либо сорваться Мазрабата. Поэтому то, что ни одну не выпустят для того, чтобы уже курбота моды, да, Мазрабата создать человеческие резервы. В полях тоже курбота мада, не пройдя систему низких полей активизации, тоже курбота мада, это минералы, древы, сущности существования уже курбота Мазрабан, то есть безразумные вещества, существа, которые до Мазрабана резиконы не обладают разумом и систем сознания. Почему у одних проблемой является то, что им не удается похудеть, а у других то, что им не удается поправиться? А это же кожа бота Масахана, здесь лично мембрана, а это же рота хоза бота играет определенную роль, кожа бота Мазрабата, либо же репит кожа бота Мазрабата. Здесь могут заложены быть хвори, которые являются программным обеспечением для отработки и осознания в целом. Реже кожа бота мота, то кожа бота, ремаша бота Мазрабата, то кожа бота мота, бита ремаша мита Харабата Дабана. Но система клеток и формула крови настолько разна, и не каждая система адаптируется к системе дуже бота мада, согласно земной программе, поэтому тоже курбота может курбота мада. Поэтому клетки по-разному работают, кроваток разный, это масса харапасарпана. И система заболеваний, и тоже курбота мада, в том числе толщина, либо худоба, либо сарапата дается лишь для того, чтобы тоже курбота мазабона выйти в определение, осознание в поле, и же курбота и поработать своим телом. Что такое сон? Для чего он человеку? Насколько реальная реальность во снах?
О, да, мата же коза бата. Сон это люди, это же кружи курготу масахир масрапата. И это люди вы прорабатываете либо через систему двойника, а лишь кружи курготу масрапата, либо через систему, это же курготу масахурготу своего деструктивного хода для того, чтобы отработать активный материал. Дома же паса карбата рапата. Либо вам дают систему информации для того, чтобы рассчитали, либо сахарбата хан направили себя и воплотили в систему созидания своих полей. Режим работы, индивидуальное поле. Можно ли через сон управлять своей реальностью в здешнем мире? Можно в реальности управлять своими сегментами, либо же курбота через мыслеформу, курбот зарпата, сон лишь это иллюзия. Осознанные сновидения – это благо, и как использовать их для улучшения жизни? Очень мало людей могут познать материал Джихпаса-Карбат, потому что это высоковибрационная программа, которая работает хуже курбота мода, в основном в планетарном модуле душ, а лишь хуже курбота мислима Асрапана. Поэтому вам проще сформировать мыслеформу, концентрацию внимания, рабасрапат определить поляну систем созидания этого актива, тут же курбота без в осознанном состоянии, тут же курбота хана, потому как в безосознанном состоянии не все программы даны. А действительно ли в Китае нашли новый источник энергии? Вот и ваша кожа курбота масса мина. Боже кружу курбота живара басарамада хамасарапана. Ну, их масса появляется в том числе и в Китае. Есть такие источники, которые еще не открыты. Тоже курбота также и в России есть. Алимашик басарапада полей масса, они будут открываться. Тоже курбота мода. Это является лишь ремасхо тоже работа. Те инструменты, которые дали сущности, но не открыли в свое время фон. Тоже курбота работа. И будут открывать это басарапада во временном режиме вашей базы. Что ждет Россию в ближайшее время? О, да за матра мада, даже курбота мисерхина, даже рапат. Россия меж всего пострадает от дальнейших активов, тоже курбота мада, да басрапана. Если говорить о странах, да, это уже работы, которые будут страдать, и катаклизмы будут использоваться для того, чтобы очищать структуру, хуже курбота, мусрамода, хромада, рапана, баса, падрепина. А если говорить о России, тут эгрегор очень сильный, поэтому система будет возрастаться, даже курбота хана расширяться в полях, активизировать свои данные, лишь хуже курбота, мусрамода, да баса, хромада. Поэтому никаких патологий особо не испытайте. Может ли художник принимать картины, то есть образы от высших сил? О, Базрапатрапада, они так принимают уже курботы Митра Пашихана, они на космическом канале, поэтому это невозможно же работу он без канала получать все данные. Кто и для чего изобрел социальную сеть ВКонтакте? Это деструктивная тема? А для чего она? Эгрегор-башек уже курбота масса-хромасарпата, это же курбота месипита. Это эгрегор деструктивного поля. Алима-шапан, он очень активный, же курбота масса-хромасарпата-рапата. И существо, которое привело эти сегменты, рабо-жаконы, пятый планетарный актив и активный поле, лишь же курбота мада очень питается сильно от ваших полей, это активизация, это же работа эмоциональных программ, работаем в этом поле. Может ли татуировка служить защитой или амулетом удачи? Он держит мудрый мат. Смотря какую систему иллюзий собрана в материале, же группу зарабатывает. Вы можете через воспоминание души на теле изображать фоны, которые являются даже работы карабата для вашего тела и носителя активом базы. Дуже курбота может работать либо знаки, дуже работа хана, те же руны, либо работы, либо мандалы, дыры пасрапата карабата. Они тоже будут масрапита активным процессом для вашего созидания, уже группу курбота мата, потому что это инструменты для системы подачи и даже рабаты соединяются абсолютно в целом. Он у вас работает, что вырабатывает энергию. А правда ли, что с помощью холотропного дыхания можно убрать комы по чакрам и запустить чакральный столб, и насколько эта практика эффективна? Он тоже кожа работы масса-арбата. Это абсолютно верный сегмент, это же кожа работы хана. Дыхание – это основа системы вибраций, а лишь кожа работы масса-арбата. Если вы будете работать без комов, вы заполняете систему режима работы маты с помощью меридиана, энергопотоков, джугулоза пота, вы получите результаты масса-арбата. Это верное решение. Если душа после смерти сразу отходит в свою ячейку и ей отключают воспоминания о событиях, которые она пережила в этом воплощении, то каким образом она планирует свое следующее воплощение, если она не помнит, что было? Алижу курбота масса харабата, планирует архитектор, лежу курбота мада согласно высшего я, лежу курбота и прохождение вашего пути, а все вопросы лежу кожу курбота масрахана, поэтому рибы сухой джукон, это масса ремига харабата, это же карвасатан рабата, поэтому ваша душа абсолютно не планирует ваши ходы и события, в дальнейшем она лишь принимает систему событий, те, которые были сухой работы хана, те, которые ей даются в систему программ, домашнего патарапата, выбирают варианты событий, даже курбота мады проходит в пути активности. За какой идеей будущее для России? Какое воззрение или система духовных знаний возродит и укрепит Россию? Даже курбота матарапата, вы в процессе системы создания полей, вы самые активные же курбота мада, эти ресурсы, которые находятся в России, они более ресурсные в программе, же курбота масахарбатарапана, и эгрегор системы православия, он самый активный же курбота матарапата, сахарбата без репиты. Поэтому мы все вопросы осознания, роста, актива, даже крабасарбата даем через Россию, тоже курбота мода. Это основной источник поступления этого модуля крабасарбата и разработки материала осознанности ваших душ.
большой вопрос про человека. Борис Евгеньевич Золотов. Даты 20.11.1947. Уход актива 25.12.2015. Дальше продолжу про него спрашивать. Вопрос. Посвятил жизнь обучению контактных возможностей в человеке. Выходил на контакт с учительской системой и помогал избегать катастроф на Земле. Команда его сейчас продолжает эту работу по всему миру. Выступила его цивилизация «Лебедь». Какой процент его учений? Он выполнил свою роль в созидании полегера Басрапата, спокойно ушел с программ. Лежит Басрапарапатрапат. Это один из первых систем созидателей, которые выявили систему душ Рапожукона в активные поля. Лизу Тужукурбота Мата, Дамачавру Тужукурбота Моса Дабасамида Харпатарапата. Он действительно контактер, у него активный носитель программы земного поля Джукурбожи Рапота Масрапата. И выполняет роль ресурсную Джукожу Курбота Мисери Масрапата Рапасрапата до сих пор только в иных программах. В интернете размещены ченнелинги Юлии Мастяевой, которую контактеры называют воплощенной истиной и непостижимой энергией. Сама она считает себя помощницей сил света. Какова ее миссия? Более подробную форму дайте. Опять же. Такие активы сразу не находятся, видимо, не в циклопрессионном поле. Почему кто-то рожает сам, а кто-то кесарево? Здесь выбор души, либо выход эмоциональной программы в систему создания этих полей по событиям родов, сложно для матери, Поэтому здесь в большей степени зависит от ресурсной программы, кто в активе и какие отработки ведут. А как это влияет на ребенка и где лучше рожать, дома или в роддоме? Абсолютно нет никакой разницы, если форма готова, даже Баджипада нет каких-то кармических отработок. В базе Коржи Курбота мисрепиты именно по выходу чада, а лишь Курбота, поэтому место созидания иллюзии Баджипада абсолютно не имеет значения.